Красивые девушки в ярких костюмах, актеры, мимы, дети в тематических нарядах. Еще несколько мгновений, и от площади Революции стартует цветочный карнавал. В колонии раритетные автомобили и платформы, затейливо украшенные цветами. Настроение участников радостное. Этот автомобиль в свое время, во время Великой Отечественной войны, был привезен из Москвы с авиационным заводом. На нем ездил директор нашего Самарского, или там в то время Кубинского авиационного завода. Он такой, потому что он вот в стилистике цветочной Испании. Мне очень комфортно, легко, и я чувствую себя красоткой. Карнавал – первая часть большого фестиваля «Цветущая Самара». Традиционно он собирает сотни горожан. Самарцы не скрывают эмоций. Порадоваться. Хотим увидеть море цветов и ярких красок. Тем более лето скоро закончится, и мы будем вспоминать. Во главе колонны – оркестр, который легко и задорно играет современные хиты. За карнавалом наблюдают первые лица города. А вот и финальная точка красочного шествия – Струковский сад. Я так счастлива, что к нам приезжают жители других городов. Я надеюсь, что вот эта красота, которая сегодня есть в Самаре, вот эти замечательные цветочные композиции, эти восхитительные краски, они принесут и в свои города, и мы все вместе будем такой цветущей стороной. 15-й традиционный юбилейный фестиваль цветов в этом году стал одним из самых посещаемых за всю историю проведения. Около 50 тысяч человек посетили многочисленные локации фестиваля, смогли оценить мастерство флористов и ландшафтных дизайнеров, сфотографироваться на различных площадках и послушать классиков литературы. Гектор, ты вправе хулить, и твоя мне хула справедлива. Душу открою тебе. Преклонись и выслушай слово. Самара – купеческая городская усадьба. В Струковском саду разместили более 20 фестивальных площадок. Они посвящены истории старинного парка. Изюминка фестиваля – необычный тактильный сад, адаптированный для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь каждый желающий может потрогать любое растение и ощутить его аромат. В мире есть всего 3 таких сада – в Москве, Уфе и итальянской Падуе. Очень все понравилось, да, вот ребенок тут наделал всяких поделок, все очень красиво, красивые композиции, да, очень интересные, познавательные. На самом деле, похоже, что весь город здесь. Я, конечно, очень благодарна нашей администрации города. Столько сил было вложено, и праздник состоялся. Голландия, Эстония, Польша, флористы со стран ближнего зарубежья и многих городов России съехались на праздник показать свое мастерство. Лучших из них наградила глава города Елена Лапушкина. Награждается Ирина Дренева, город Москва, аплодисменты. Еще один приятный сюрприз – лекция от историка моды Александра Васильева. Мастер из Венгрии вручил ему букет. Примите от нас, оставайтесь. Спасибо. Глава города Елена Лапушкина наградила и тех, кто по велению души, а не по долгу службы, делает город краше. Среди них Лидия Шклярова. Она украсила цветами двор своего дома на Нововокзальной. Всю жизнь прожила на севере после Украины. Мечта и отдушина. Весь день до самого вечера в парке на сцене открытой эстрады и летнего театра звучала музыка в исполнении духового и джазового оркестров. Завершился фестиваль цветов праздничным фейерверком. Елена Малютина, Семен Безгинов, Константин Головин, Николай Епифанов. События.